В Югре отремонтируют еще один участок трассы Сургут-Нижневартовск. Работы в рамках профильного нацпроекта выполняют на отрезке с 213 по 217 километр. Специалисты уложат более 60 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия. Целый комплекс работ будет направлен на повышение безопасности. На трассе установят новые бордюры, восстановят тротуары, выполнят озеленение, заменят барьерные ограждения и дорожные знаки. Кроме того, на участке появится 4 новых автобусных павильона. Пока ведутся только подготовительные работы. Подрядчик устанавливает предупреждающие знаки и согласовывает с ГИБДД схемы движения на время капремонта. По условиям госконтракта участок должен быть готов в 2024 году. Отмечу, трасса Сургут-Нижневартовск одна из самых протяженных и загруженных в Югре. Она входит в опорную сеть автомобильных дорог страны. Обеспечивает транспортную доступность Сургута, Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса и Покачей. Интенсивность движения на некоторых участках достигает 22 тысяч автомобилей в сутки.